Путин назвал наконец-то условия, при которых он сядет за стол переговоров. Ну, там условия следующие. То есть Украина должна вывести из 4 областей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской свои войска, даже там, где они сейчас находятся, и даже из Херсона, и даже из Запорожья, и пообещать Путину, что Украина никогда не вступит ни в Североатлантический альянс, в НАТО, ни какие-то там другие военные союзы, только и всего. То есть он просит сейчас то, что он не смог сделать, не смог захватить Херсон, Запорожье, точнее Херсон он захватить смог, но ему его пнями оттуда вооруженные силы Украины выгнали. То, что он не смог сделать тогда, захватить все области целиком, он просит сделать сейчас. Ну, кстати, хорошее заявление, он еще там про новый миропорядок рассказывал. Хорошее заявление, оно еще раз показывает западным партнерам, что он абсолютно неадекватен, недоговороспособен. Поэтому вариант поставок оружия остается единственным рабочим. Поэтому такие дела. И, кстати, я думаю, что и Си Цзиньпин, который катался по Европе, там пытался какой-то переговорный трек наладить, он тоже понял, что Путин просто хочет забрать все, что вписал себе, там, приписал к себе незаконно, и махнул на это все рукой.